первоклашки средней школы номер 1 и в нормах ГТО первые. Пилотные соревнования прошли для школьников 6-8 лет. Для ребят все испытания по силам. Прыжок с места, наклоны вперед, сгибание-разгибание рук в упоре. Самое интересное – 30-метровка. Нужно опередить бегущего рядом соперника хотя бы на долю секунды. Здесь собраны такие упражнения в этих нормах, доступные для детей. Здесь нет ничего сложного, где проверяется скорость, быстрота, ловкость, гибкость. Это те качества, которые нужны нашим детям, которые воспитываются в наших детях. По итогам соревнований участники получат бронзовые, серебряные или золотые значки ГТО. Результаты нужно будет ежегодно подтверждать или по возможности улучшать. Нормы ГТО первой ступени пройдут и в других школах Анапы.